этой вспышки внезапный свет, от которой в глазах темно, говорит, что сегодня рассвет, мне увидеть не суждено. Сколько нужных и важных дел вспомнилось посреди огня. Я так многого не успел. Вы их сделайте за меня. Догуляй за меня, мой друг. Побывай за меня в Париже. Я и сам бы поехал, да вдруг оказалось, что небо ближе. В этом небе, как свет костра, вспыхнет мой ненаписанный стих. Да мечтай за меня, сестра, и будь счастлива за двоих. О любимой сказать тороплюсь. Время свой завершает бег, и губами уже не коснусь я твоих чуть дрожащих век. Ты не плачь обо мне, не грусти, мы так счастливы были вместе. Что же делать? Так вышло, прости. Ты теперь не моя невеста. Я боюсь, не решаюсь писать, а время пулей летит к концу. Как мне маме об этом сказать? Как мне все объяснить отцу? Не оставь их в беде, брат, защити от невзгод сестру. Я помочь бы тебе рад, докончается жизнь к утру. Помолись за меня, отец, обними за меня, мать. Мне тепло от ваших сердец, ведь до неба рукой подать. Господи, как темно, мой последний миг пролетел. Очень длинное вышло письмо, жаль, отправить его не успел.